В Махачкале начался демонтаж незаконно установленной наружной рекламы. Сотрудники городского управления торговли, предпринимательства и рекламы провели рейдовые мероприятия на проспекте Акушинского, главная цель которых – освободить фасады зданий от несанкционированной рекламы. По словам специалистов, на сегодняшний день 90% из установленных в Махачкале рекламных баннеров имеют те или иные проблемы с документами. Их задача – сделать так, чтобы ни одна незаконная рекламная конструкция не стояла в городе.